Доброе утро, дорогие друзья! Я с утра с фотоаппаратом и моей кухонной одежде с крестами и с орлами. Не обращайте внимания, еще раз говорю. Ничего не значит. Итак, я так понял по вашим отзывам, что вы не то чтобы любите, но вам нравится бывать у меня в гостях, когда я что-то делаю, да, заодно фотографирую. И вы знаете, для меня это тоже как бы интересно. Во-первых, мотивирует вкусно и красиво готовить. А во-вторых, имеется польза. То есть я ставлю на стоки свои фотографии. И я услышал замечание, что ты зря так ограничиваешь. Надо шкварчащие сковородки снимать. Надо там то снимать. То есть весь процесс почти что, да? Давайте я вам последую сегодня. Хотя я, честно говоря, не особо, скажем так, этим восхищен. Я люблю готовые блюда снимать, а не процессы их готовки. Ну, раз вам так хочется, давайте мы сегодня сделаем. И начнем мы с тех вещей, которые я приготовил. То есть сегодня очень просто все. Я возьму сосиски, хлеб, яйца, помидорчик, чеснок и базилику. Вот из этого я хочу приготовить обычное блюдо, яичницу с какой-нибудь сосиской, поджарить хлебец, нарезать там дольками помидоры, положить, выложить и посыпать их чесноком и перцем. Вот такое желание. Поэтому первое, что я сделаю, я сейчас это сфотографирую. Так. И вот так. Не знаю, кому это может понадобиться. Ну, я вам верю, раз вы говорите, я вам верю. Хотя у меня большие сомнения по этому поводу, честно. Так, то есть камеру я отложу сейчас и начну приготовлять. Эту еду. Так, где у меня еще запасная кастрюлька? Вы знаете, что у меня не очень много посудки, поэтому разнообразия не будет особого. Да, и в принципе я считаю, что оно особо не нужно. Почему? Потому что покупают разные блюда, скажем так, а не разный интерьер, если мы говорим о фуд-блогере, да? Поэтому пока вот я остановился на этой схеме, пока я добиваю, потом я еще углублюсь в тему и, может быть, начну что-то менять, какие-то углы применять, какие-то там приемчики, это тоже я вам буду показывать. Ну а пока вот стандартная такая схема, я возьму тарелочку, выложу туда все и сфотографирую просто-напросто. Кстати, вчера я не успел и решил вечером сфотографировать. Ребята, с дневным светом это просто не сравнить. Настолько приятен дневной свет, насколько неприятен свет от вспышек. То есть я решил, так как у меня не нормированный такой график, скажем так, когда захотел, тогда сварил. То есть я решил делать именно тогда, когда свет идет из окна, хороший свет, и фотографировать только с дневным светом, исключать искусственный. Ну что ж, ждем, когда закипит.
А тем временем поделаем еще чего-нибудь. Ну, первое, что мы сделаем, мы поджарим хлеб. Так, сосиски отложим пока, базилику отложим пока. Базилику. И... Это кое-что, чтобы перенес это сюда, чтобы не мешало. А здесь мы поставим с вами сковородочку. Нальем туда немножко маслица. Вот так. И будем жарить яичницу. Но жарить будем хитро по одному яйцу, потому что я хочу красивые яйца. Хочу красиво. Так. Поэтому ждем, когда накалится. Ну, вернее, не ждем, а пока можно вот чеснок почистить. Я не люблю чеснокодавки, они портят чеснок. Так. Ну и пометуя о ваших подсказках, я сейчас это тоже сфотографирую. В общем, у меня сегодня... Займемся фотографированием. Так. Может быть, как-то его хотя бы как-то украсить. Есть. Ну и теперь. Ух ты, перегрев. Дадим чуть остынуть. Теперь главное достигнуть красивого яйца. Так, это важно. Как договорились, фотографируем. Вот. Thank you.
Вот она поднимается. Приготовились. Сейчас будем выкладывать. Я хочу, чтобы края немножко поджарились. Ох. Главное не порушить ее. Да что-то я уже убрал тут огонь. Все, пора, дорогой, пора. Ну так не проливайте. Вот. Так, это уже хорошо. Нам надо следующее. Сейчас мне надо два яйца. Если они оба получатся нормально, то третий я отложу. Что, еще это снять? Ну, давайте. Будут разные яйца. Сейчас расскажут. Не приму, потому что одинаковый мотив. Вот так. Ерунда, конечно. Ну, терпение, мой друг, терпение. Так, уже посолить, все-таки мне это же кушать. Так, что-то долго закипает там вода. Для засисечек. Ой. Пузыри такие нам не надо. Ну ладно, это мы видели, это повторим. Вода закипела. Вот сейчас опущу туда сосиски. Ну, открыть сначала немножечко, чтобы они уж сильно не потрескались, да? Так, одну. Второе. Сосинки мне нужна будет одна только. Но тут, наверное, как-то не сложится, получится. Так, правильно. Так, а тут у меня на подходе еще одна, да? Вот так мы их положим. Вот так. Вот так. Это довольно-таки и неплохо. Убираем отсюда, ставим сюда. Убираем на ноль, ставим. Так, а здесь пускай кипит. Так, последнее, что у меня осталось. А, ясно дело, теперь надо сосиски сфотографировать, как шипят, да? Далее. Ну, давайте. Фотографируем сосиски. Вообще, говорю, я очень сомневаюсь, ребят. В этом я очень сомневаюсь. О, с дымом получилось. Ты посмотри, с каким паром получилось. Вот. Нет, это слишком. Сейчас. А. О, видно, нет? Потом покажу. Как-то перекошено власть. Это поправимое. Ну вот так. Так. Теперь включаем хлеб, уже пора. Так, о, сосиска получилась большая и не лопнула вроде как. Угу.
пока она я хочу нарезать теперь помидорчиков. И это я тоже сфотографирую, мама дорогая. Ну, раз обещал, так обещал. Что же делать-то, раз обещал? Здесь вот контраст. Сильно большой сейчас от восходящего солнца, но дело в том, что я не хотел бы ожидать, пока оно уйдет, все остынет. Поэтому я решил попробовать следующее. Сейчас я посмотрю, я тут все время не хочу, это не для себя. Я тут прикупил ткань для софтбоксов. Так. И посмотрю, как она будет работать. Как она должна работать. И на молоток. Пока без всяких. Особых приспособлений. Просто дай машину вытерся. Так. Пока просто прибью гвоздиком, да и все. Уйди, тоже одну штуку жалко. На вторую не надейся. Так. Вот так. Здесь можно теневые рисунки снимать, да? Рекс, это просто молоток. Это никакая не игрушка. Он все, что видит у меня в руке, он думает, что это игрушечка. Так, хлеб. Ну и все, ребята. Сейчас мы тогда с вами что-то и снимем. Уйди. Уйди, ради бога. Так. Восстановим интерьер. Что ж такое? Начинаешь торопиться, начинаются всякие прибамбасы. Не надо торопиться. Дорогий Генрихович, не стоит. Так, итак. На. Вот так. Все. Прекрасно. Так, здесь выкладываем сосиску. Вот так. Кладем сосисочку. Так. Так, тут в кругаля кладем помидорки. И маленькую сюда положим. Так, прекрасно. Посыпаем. Далее.
Что у нас еще в запасе из декорации? У нас есть хлеб. Так, сюда кладем ложечку горчицы. Так, горчицу можем в видеокрошину поставить на стол. Так, отлично. Смотрим, как это все сочетается. Плохо сочетается, потому что нет нашей подстилочки. Сейчас подстилочку сделаем, все будет хорошо. Вот так. Так, вот так. Это уже мило. Берем сначала, забыла совсем, зеленый лучок. Надо еще покромсать чуть-чуть. Так, посыпаем. О, сразу как смотрится красивенько. Так, ну и пришло время базиликума. Так, куда бы его лучше пришпандолить? Сюда, наверное. Да, и другую сторону тоже. Благо у него много, он такой веселый, зеленый, призеленый. Так. Это сюда горчичку можно поставить, можно пока без нее. Ну чё, можно начинать фотографировать. Уйди, собака, ну до чего ты любопытная, а? Ну до чего ж ты любопытная. Поставим горчицу сюда. Так, вилку, не забыть вилку. Все. А, ну раз сосиска-то и нож нужен. Возьмем чистый нож. То и нож, конечно, без ножа никак. Вот так, ребят. Вот, чисто блогерский натюрмортик. Сейчас сын. Такое-то. Слишком светло. Так. Совсем забыл. Собак, уйди. Надо же отражатель принести. О, без отражателя как-то некрасиво получается. Так, сейчас я это уберу. Другое дело. Так, меняем ракурсы.
Теперь сменим позицию. То есть неохота мне нести сейчас. Кстати, поэтому я вот так сниму. Сверху сейчас сниму. На этом достаточно, я думаю. Что-нибудь там, чтобы выиграть. Ой, блин. Прежде чем пойти в фотошоп, я, наверное, все-таки покушаю. Вот так остыло уже. Ну и так, ребята, девчата, давайте посмотрим, что мы тут с вами наснимали. Ну ладно, это еще как-то более-менее. Температура неверная. Вот так, да? Ну, не знаю, ребят. Прям засада какая-то. Так. Скворчащая сковородка. В топку. В топку, в топку, в топку. И это в топку. Не, ребят, вы как хотите, да, но я свое портфолио вот эти вот забивать не буду. Честно, ерунда какая-то. Вот. Ну, тут еще куда ни шло. Температуру поправим, пойдет. Да. Ну, вот так вот. Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ду-ду-ду-ду, экспонат, температура. Повернуть пойдет. Так. Что же у меня с температурой? Так, прям я не знаю, беда. Ну ладно, это не проблема. Можно с тенями поиграть, с затмением, с четкостью, красочностью. Угу. Что еще? Вот здесь пересвет, это понятно. Можно убрать, а можно не убирать. Так. Ну что, скучно, девушки. Вот это более-менее. Вот это более-менее.
тоже везде температура неправильно, что-то я в камере, наверное, не установил, но вот так можно сделать. Так, дальше. Вот это мне как бы больше по душе. Здесь заполнить, получится нормально. Так, да, с Собакиным, может быть, сделать. Ну, наверное, классно будет. То есть я просто вот сфотографировал, но не знаю, что из этого можно сделать. Можно вытянуть, конечно, вот этот. Ну, что-то мне это подсказывает, что это все-таки не то. Был бы стол повыше или подоконник пониже, оно бы пошло. Так, это вот нормально, в принципе, но только в принципе. Так, здесь что-то у меня... Фокус ушел. Так, ну-ка. Да, фокус явно подгулял. Но это я пытался одной рукой держать, а другой фотографировать, да? В принципе, может пойти. Один из этих. Это нет. Так, и где-то я сверху, по-моему, фотографировал это все. Как-то убого. Вот. Вот это другое дело, ребят. Это другое дело. Так, найдем что-нибудь такое пожестче, покрасивше. Вот это. Ну, то есть понятно, что из серии 3-4 фотографии это вполне меня устроит. Сейчас обработаю, покажу, здесь ничего такого сложного нет. Надо будет с экспонатом, экспонируем, с контрастностью поиграть. Так, немножко теней, или убрать, или добавить. Так вот где-то. И можно будет еще и... Так, это не то, я схватил. Вырезать, да? Если вот так вырезать. И при этом малость повернуть. Ну ладно, это все в фотошопе сделал. То есть я выбор сделал, сейчас обработаю, покажу. Thank you.
вот, после этой обработки, кривя душой, оставляю это. Так, и пошли. Ну, тоже пойдет еще. Так, здесь общий план. Вид сбоку, вид другой немножко. Нет, этот я уберу, вообще не нужен. Так, вот это тут добавить надо немножко. Темновато. Вот так. Так, далее. Вот этот тоже чуть-чуть коррекции добавить, наверное, надо будет. Так вот, не более. Ну, вот этот. Ну, все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, в принципе, с простой яичницы 8, довольно-таки нормально. Ну, все, ребят, тогда я сейчас поставлю это все на шатер и будем наблюдать за реакцией покупателей.